Пас на Анисимова. И пенальти назначает, причем очень уверенно, арбитр Рафаэль Шафеев. Зацепили Николая Кузнецова. И Хлебородов у мяча. Именно он будет исполнять 11-метровый. Итак, дуэль. Хлебородов против Кудинова. Удар поворотом. И уверенно забивает Иван Хлебородов. Без вариантов для голкипера. 1-0, Сокол впереди. Развел мяч вратаря по разным углам. Хлебородов благодарит болельщиков за поддержку. Вот так достаточно, может быть, даже буднично саратовский Сокол повел в счете на 27-й минуте встречи. Спасибо.